Клінки недавно свій канал. А, чому, будь ласка. Зараз. Зараз. Так, вроді би пішло. Зараз ютубчик загрузиться. Блін, треба було сьогодні танки поставити, щоб скачувалось. Я забувся. Так, щас. Должно уже запуститься, по сути. А, ну, наверное, будет только игру видно. Сейчас, надо игру запустить. Сейчас, Димас, кидаю пати. О, миниатюра нормально заработала. Держи линк. Отправил. Димка, я отправил. Да, Дима. А, Олег пишет, сегодня оторвался на китайце фугасом. Е100, босса размотал в 3 раза. Красавчик, красавчик, ничего не скажешь. Ну, сейчас мы посмотрим, мы, наверное, сегодня босса катать не будем. Или босса пойдем, Димон? Димон! Да, Димас, я тут Шо, мы пойдем босса? читал. Куда? Босса или просто в обычный? Без разницы. Надо восполнить то, что мы вчера потеряли. Doesn't matter. Я контейнер открою. Оп, оп, нихуя. Так, если это десятка, то я беру ТВП. Что тут у нас? Кофе или? Ну там типа не интересно у нас. А ну интересно, когда у них начинаются уже эти соревнования между. Да, точно. Цитата Санька. Я, конечно, не хвастаюсь. Сашка тоже должен, кстати, смотреть стрим, так что смотри, Олежка, он тоже видит это все. Я ему тоже кидал линк на стрим, так что. Так, ладненько. Что у нас получается? Да, я его позвал, он должен быть. Он должен быть в этом самом. Ух ты!
как агрессивно два типа у нас играют. Так, а БЗшка у нас на первом, на первой пушке, так что похер. И без рема, хотите его, у него, блядь, осталось. Все. Стоит, смотрит БЗшка. Так, БЗшка на КД. Можно ее подпушить. Санька должен зайти, я ему кидал, ну посмотрим, что он там зайдет, не зайдет. Так, этого можно пока поджать. Ох ты мой, кто там его не может пробить, я? Яга, добивай. Что там, не мастер с нами? Да. Ой, там 40.05 еще стоит. 40.05 с подбоем, Димас. Мне особенно с фугасом больше вам пройдет чисто там. Так, эстехи сейчас будут ехать сюда, они уже не едут. Улетай оттуда, если можешь. 40.05 на КД, да? Да, сейчас его добьют. Все, улетай. Всё, к нам едут сюда. Олежка, Санька может не писать тебе. Да. Кстати, а что там по звуку? Нормально все за звуком, Олег? Нормально все пойдет? Слышно хорошо? Звуки танков, нас. Так, я сейчас попробую. С проджета тут, а то. Чего? Давай, добивай его. Я там канул. Все, отлично. Сзади тебя ТВПшка. Ага. Улетай ко мне. О, пойдет. Я стрелял в трубу. Ну, пойдет, пойдет, пойдет. Да нет. Так что четвертый дать. Ладно, пускай добирают. Все нормально. Тихо. Ну, мы ж не кричим сильно. Мы, в принципе, разговариваем спокойно. Может, сделаю... Ого, ты настрелял. Хорош, хорош. Пойдете. Нормально. За вчерашнее. Да, 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 точно, что за вчерашнее. Со звуком должно быть нормально. Поехали дальше. Я не знаю, Олег, может, он не зайдет. Ну, по крайней мере, ссылку кинул. А там, че зайдет, че не зайдет. Ну, сказал, что подписался на меня. Что-то там говорил сегодня, что он устал, короче, и все такое. Так что, возможно, не зайдет. Так, 42.02 тут, значит, все будут тут. Хэвик. Ну, чё там мопед сегодня делал? Очень сильно устал от того, что делал мопед. Ой, как хорошо. Хорошо. Что, ты добиваешь 42.02?
светиться. А, СТБ-ху должны сейчас заклепашить. Уедь, уедь, Димас, уедь, если что, я приму. Никуда не поедет. Все, я танкую. Все, там можно дальше добивать, типа. Пойдет. Ой, все смотрят на вас, Димас. Добьешь? Добили, все. Хорош. Нормально, нормально. Он на гуслях стоит. Да, да, точно. Пускай на самокат меняет, реально. Ты, кстати, говори, там уже какие танчики выкатывать. А то на ВКшке это такое, а... Как говорится, заказывайте. О, кстати, вот. Леопарда просил вчера, по-моему, насколько я помню. А если честно, команда играет, то вчера вообще команда не играла. Так, ну что, попробуем как обычно. Я стою. Угу. Я сейчас два раза поставил, как нормально, они поедут, делают. Не, я чисто подсветить и все, и... Блядь, не пробил. Ой, пиздец. Гриля, блядь, була полетела. Так, гриль отстрелянный. И один, и второй, по-моему. А-а-а. Вот падла. Два гриля, один. Два гриля, да. Все, еще один кадр. О, чувствую, мне тут будет борода. Да, все, мне борода. Димас, я уезжаю. У нас он, кара стоит, все стоят. Пока что так попробуем. Я пошел ТТ давить. Я не довидел, там резонал 0, сейчас сольются все. Лучше уже играть с той кучей ТТ-шек. Окей, 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 окей. Пока нас никто не видит. О, все, они там тушат одного, одну бабаху. И все, ему габело. Давай пока точку, может, займем. Да. Сейчас они будут ехать, можно тут встречать. Тут. Не, тут главное, Олежка, вовремя спетлять. Шо, едем через ихнюю респу, да? Сейчас встреть, смотри, у крана много хп, можем сейчас отстреляться от крана. Mm, они окей, окей. Там и лево, там... Подъедем к нему? Да, да, пошли. О, отлично. О, тут, кстати, леопард. Давай тогда ты, у тебя чуть хп побольше, если что, помогу. Ага. Ах ты, гандон, с первой по густям. Отлично. Все, по КД у нас одинаково. Ну, там три типа, все, они те, что были, те и остались. Конечно, сильно много не настрелял. О, ёбывали. Угу. Успеешь, типа. Я хотел, что... 4 ему еще можно. Сквозь. Так, а что там? Смотрит меня? Я не могу понять, он смотрит меня или нет. А, не, он отстрелянный. Ближний отстрелянный, Димас. А дальний меня разъёбывает, сука. Ну, я же говорю, что тот... Прям в пиксель попал. Прям в пиксель я только заворачивал. Ладно. У крана пол хп. Все.
что, на серьез? По-серьезному? Ну, под краны. А, ну да. Он еще, блин, не может третий зарядить, он постоянно второй дает. Ну, гриль сейчас будет сдалека тыкать. Да, он сейчас поедет ему на точку Д. Он будет оттуда. Ну, этот не пробивает его, понятно. Да. Два в четыре. Да, ну, блин, да. Уже похуй. Но он, по сути, он может это выиграть спокойно. Он сейчас, если убивает этого... Да, да, он сейчас забирает гриля наглого. И, да, у этого альфы не хватает. Ну, блядь, ну так, если он третий не зарядил опять, ты видишь? Mm-hmm. Там, ну, 0-0-2 остается. Потерпите, чтобы снаряд пошел в бэкань. Так он вот, он сейчас может от сотки сыграть вот, спокойно. Слушай. Да, да, тут изи для него вообще. У него хп очень мало. Это еще ебучий кран. Одну альфу можно схавать, похуй вообще. Конечно. Просто запушь его, дай ему на верочку. А, две тычки получит. Ну и... Выезжай, ну... там гриль стоит. Сейчас 700 получит. Давай. Ой, хорошо, и... хорошо. Ну все, это твой. А, не, не он сейчас тут такое. Под пачочком можно пытаться. Ну сейчас будет все, ну, спрячь эти сам. Надо рамбануть. Не. Ну это, кстати, правильно, кстати, прикольно, нормально. Вот так вот лучше стоять. А не, тип, гриль тебя не может объехать. Да, переключается Олежка, а не тупо на меня, на шотного. Я не знаю почему. Чем так боится гриля? Ну, он шо... по идее, сейчас ищет позицию. У гриля просто засвет не такой жесткий, типа, ему тяжело светить. Не, ну я бы, допустим, сыграл бы понаглее. Вот он точку А берет. Видно, блядь, было, он там и стоял. Ну, короче, ладно, по точкам можем выиграть. Если он будет стоять на точке, рано или поздно гриль приедет на какую-то из точек, если попадет. Он сейчас, по идее, точку С забирает 100%. И тут, если будет на точке С его ждать, тогда заебись. Ну вот у него выгодная позиция, это вот эта вот точка. Вот сейчас, если тут выезжает, он как раз светит точку. Не смотрит. Точка С, вот, все только стоит. Если только гриль через нашу респу не поедет. Не, он не настолько быстрый. Плюс стоять вот это лучше всего, точку С контролить. Сейчас либо точка Д, либо точка... Ой, мне что-то кажется, что сейчас поедет через ихнюю респу. И он как раз сейчас у крана будет. Блин, чувак, я тебе говорю, он сейчас тупо через ихнюю респу поедет. Я тебе говорю, я тупо прочитал его. Это уже тайминги были, конечно, ебать. Ты что, Димон, сколько времени нет? Я уже... Так, я тебе говорю, он сейчас поедет через ихнюю респу, блин, но... Я уже свернул новости, смотри. Блин, ну он... Ну, блин, да. Да ну на что он рассчитывал? На что ты рассчитывал, значит? Ну, ладно, тут я нихуя не стрелял. Ну, красавчик, гриль. Переиграл. Мастера не получил? Не, единицу. Вот так. Единицу. У меня есть биста? У меня нет такой. А почему? Есть. Все, теперь я бист. Теперь можно 200 урона давать и погибать. А? Официально. Чтоб не гнобили. Пометил себя. Да ладно, Олежка, забей, ну не все ж прям читают игру. Чуваки сидят под пивом. Не, тут именно так, знаешь, плотно именно, он контролил. Он контролил нашу респу и контролил точку А. Типа. Mm-hmm. А уже встал бы как-то в закрытую, я не знаю. Слышишь, ну дофига будет сейчас их тут. А я не буду ехать туда, я хочу подождать, засветить.
Давай тогда остановись тут, а я сейчас поеду подсвечу. Мы сейчас... барабан, давайте поебать. Да. Ну что, слайм какой-то прилетит, не поеблю его. О, хорош. Все, все отстреляны, тупо все. Прога. Сейчас, что она будет делать? 121 будет пробовать на меня. Смотри, наконечник нажал, стоял. И шо? А, все, выезжаю, типа, и... Ой, я врезался. Ой, мне хана. Там ягри выкатывают. Ой, все, мне жопа. Не, не жопа. Их с другой стороны ебашь. А кто по ним... А, то сатен стреляет. Так, я надеюсь, мне не прилетит. Да, прилетит, спасибо. Все, мне хана. Не? А, у нас типы все стоят. Димас, стоп. А СД, а как я шел? Я получу чуть-чуть. А, ну да. А не, не вылазь, они бутяк отсюда. Танчу, ебать, каким хером танчу я буду. Да не, ну это реально. Да, тут, конечно, у нас... А, 121 вообще уехал. Думал, он поможет. Ну да. Ладно, поехали дальше. Ну это, блядь, ну все, я ебал, я реально буду лучше стоять, не хочу светить, нихуя делать. Все, Димон, стой, блядь, на точке тоже, ебал в очко такую. Я возьму ПТ-ху. Играть на команду опроменчиво, блядь. А, ну, сейху возьму. О, самая лучшая карта. Блин, еще тайминг поймал, я как раз на КД был, блин. Ой. Карта ж надо. Дуже дякую. Гарного вам просмотра. Свет будет? Ну, 50b, вылетай. Чиф начал пушить, зачем? А, Лео сразу. Ух ты, гриль там вообще. А, у нас все. У нас сзади типок. Их там два, и 140-й. Перегляду, так. Ух ты, все уехали, да? Отлично, я один. Ладно. Все, мне было. Смотри. У вас сзади будут два типа. Да, а, они на гору полезли. Да, дымко, точно. Это надо сюда цапка пригласить. Девятьсот седьмой на РСП. Ага. Не кажи. Отлично, уже тип самоуничтожился. Беги. Я даже не успел ничего настрелять нормально. Какая карта? Такой настрел.
кидаю уже, сколько людей жалуются, по-моему, каждый второй игрок как минимум жалуется на эту карту, что на десятках, типа, тяжело на ней играть. Я думаю, что ее не уберут и не пофиксят даже. Да. Давай на вот этом шныре покатаюсь. Сашки тут нету, только два человека сидит. Сашка отдыхает после переборки мопеда. Было 4. Ну, возможно, возможно. Ну, может, кто-то зашел, да и вышел потом. А, Корсика не поехала. Блять, почему мне так везет? Опять не пробиваю Корсику, который бортом стоит. А, я, кстати, тоже его шью. Даже не попал ни разу. О, труп 4 едет. Куда он едет? Низ. СТБ, ты видишь они сколько они стоят? Это прикол вообще. Да, да, я говорю, тут походу надо принимать тактику вот эту вот. Пока меня не видят, я сейчас пока по крану буду тыкать. Кран на гуслях пока. Посмотри на Е75-го. Вот они там играют, ПТ-шится. Слышишь, так мы можем уехать отсюда. Или не, не, не можем. СТ1, да господи, что ж вы все такие прям. Ладно, я уехал отсюда. Прикол, наши помирают, при этом, ну, знаешь, пассивно, типа, они стоят на месте и помирают. Да, их просто тыкают. Они стоят на месте и... Да, китайская озвучка, она просто лучшая. Ну все, я не могу, короче, играть, это пиздец, такие конченые играют. Я ноль сейчас постреляю просто, да. Ты просто, типа, по тебе просто гэпают и все. Так я даже не понял. Ой, не попали, слава. Да. Слышишь, уезжай на расстояние, Димас. А, я понял. Там 40.05 стоит в углу. Ну они поедут? Ладно. Объект, откуда ты выполз? Ну вот реально, откуда он выполз? Ну, это Unreal просто. Реально проклятая аватарка, надо поменять. Два барабана дал, два в Корсиху, не попал. Остальные стрелял по Ирбису, с нулем ушел. Так, а ты смотри, у нас команда вообще 5 выстрелов, там Е75. Не, надо, короче, наверное, на ВК-шку у вас возвращаться, потому что это вообще... Это крик души. У меня аватарки не прогружаются, у меня теперь все бист везде. О, возьмем качечку. Качечка.
Либо на вот этой фигнюхе покататься. О, не, вот это вот я возьму. Все, готов? Я пока на 2000 не, вор... не, не верну урон на ТВП, я, блядь, не буду с него спрыгивать. Пока успехи какие. 1800. А, бля. Мне так не нравится Кастилия. Сто тринадцатый. Сто тринадцатый, он такой же, они все 113 идут. О, я сейчас, наверное, просто залезу и буду буду стоять. Димас, короче, это вообще, это сейчас будет ор. Их тупо, они все уехали отсюда. Ладно. Не знаю, что сюда поехали. Так они сейчас все, смотри, ну фоч стоит. Кран сейчас тоже будет стоять. У блайнда есть свет. Дерево увидели, упало, ебать. Это барабан. Вон, тупо без эха. Вон, тырак. Ой-ой-ой, жестко, жестко. Да-да-да-да-да. Це было 113. Опять я не попадаю. Ты под... А этот... А понял, а эта ТВПшка на ходу прям попадает всеми снарядами. Ну это, блядь, ну либо на мобилке играет, типа, что на мобилке, блядь. Ну, скорее всего. Ну как ты на ходу будешь попадать, это пиздец. Ладно. Так, ладно, я на КД, я 2 дал, там 800 где-то. Ну это точка Б будет сейчас. Сотка внизу. Блин, ну сотка все сейчас. Бля, дота на бабахе стоит. Боже, выпал-то. Он на виске все это время стоит. Он даже не наверху был. Ну и последний, естественно. Естественно, последний же тупо рикошет. А ты все уже откис? Мне бабаха отпишет. Товарищ Фоч, а можно как-то... Понятно, Фоч. Фоч у нас супер игрок. Да пробей же ты его. Пойдет. Так, можно уезжать. Ой, блин. Да играю же. Дно. А где ты говорил, бабаха? А, на углу. На СП. Да, на базе. А еще 268 где-то. Только непонятно, где он. Его не видел. Ну, в принципе, за барабан, конечно, я его не убираю. Если, конечно, не подпалю. Но он, мне кажется, где-то АФК стоит. Потому что где-то я его в игре не видел. А, не, вот он. Ты прикидываешь? Да. Оказывается, он был там. Дима, бери, наверное, другую. Не, 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 а, ты хочешь прям... Я буду играть.
Это будет пот и боль, да? Но я буду играть. Я же пока 2000 не верну, я буду на нем сидеть, блядь. Либо все, либо возвращаю, либо все. Такая будет. Кстати, Олегу понравилось, как ты играл на 113-м, когда мы во взводе втроем катали. Спасибо, прикольно. 113-й, блин, хочется на барабане научить. Ну, я ебал 113-й, скучно. Слышишь, давай попробуем залететь, наверное, в этот самый, в кишку. Не, Димон, я уже не летаю, я вон залетел на 1300. Ну ладно, я тогда попробую. Но пока не у бабахи, а тут есть какая-то такая? Тут два объекта. О, засветил вам кента. О, вот это уже классная каточка пошла. Снаряд пропал. Все, я успел его тормознуть. О, сюда прицелился, типы прицелились. Не выкатывайся, там ПТХ контролит. Сейчас надо... Там... Все, я все дал. Да, я... О, еще и танканул. Отлично. Ну да, Минотавр, что, как тебе помочь? А что у нас там типы стоят? О, вот там вот. Я понял. Так, Димон, уёбываем отсюда. Да не, я стою. Давай тогда я сделаем. Получу, у меня хотя бы 15-20 секунд, блядь. О, они вот тут приезжают, это твоя очередь. Я в засвете? А я нет. Значит, кто-то пересветил. Они вообще, смотри, а тебя не едут. Не, Олежка, ты ничего не пропустил. Пока что. Тебе, Димон, спасибо большое сказал за то, что ты его оценил старания. Так. Короче, опять будем стоять? Ну, они, ну, катаются. Ой, хорошо. О, там видно второго. Вот там БЗ-ху, блин. Ладно, я пока... О, Димасу, ну, 268. Это в свете? Не, ой. Их там... Их там два, да? И куда они едут? А, они все, это взводники два. Ну, то как раз они меня впихнули там вдвоем стоят. Окей. Так, что ты готов? А, не мешаю. На гуслях. Ну все, объезжай. Одного кому. Не, один выстрел, я ж никак. Я сейчас тычку даю и все, Димон, на тебя выезжай, типа. А, ну и как раз тычка меня сейчас добьет. Тычку не засчитал. Подвернулся кондончик. Какой-то урон. А сколько у тебя сейчас средуха? 1800, блин, да, маловато. Тебе хотя бы настреливать там по двушечке. Тридцать первая. Прога и Шерик. Ага. Ага, ты стяжем, я понял. Не, я тут стану. Давай тогда мы сделаем вот так. Вот сейчас я сделаю. Может и херня, а может и нет. Сейчас. Да,
тяжко набивати її, але тобі потрібно давати кожен раз по 2000 дамагу, хоча б. О, їх тут просто уйма зараз буде. О, вони тут всі. Все, нам габела. Все, я 2000 получил. Диви, як вони до мене доїбалися прям. Якщо ти кожен бій в тебе стабільність є в цьому, тоді в тебе і середуха буде добра. Ось об'єкт. Я не пробиваю білий, прикинь. Це да, ще повз. Розлив, все, я коли. Все, он еще на гусле. Вообще какая-то вакханалия просто. Куда не заехал? Надо ехать сюда. Ты бы группу получать на миллиард. Сейчас сейвится у тебя пока. Яка конкретніша ФВ? Їх 3. 4. 215, 183, 4005 або 4202. А, 183. Ні, на ній можна тримати середній дамаг. О, в мене вилетіла гра вообще. Отлично. Навіть гра не витримала. Так ти кажеш, за яку середуху? За загальну по аккаунту або конкретно за танк? Про джета возьму. Ну, 1500, ну, середуха по танку — це не дуже багато. Можна й більше. Так, добре, перекатуюсь. А, вони всі на точці А. Добре. А що це за розкатки такі? Або вони сидять у кущах. Ну от як грати, коли ось така гра? У меня просто с трех один.
А, ты у тебя стоит на скорость полета или все на сведение? Попробуй одну на Ну, не скорость все. полета А я поставить. поставил как у беста. Я думаю, ничего менять уже не хочу. У меня стояло до этого вообще какой-то микс непонятный. Сегодня заходил, думаю, поставлю какой-нибудь. Но микс. Попробую так. Я думаю, Так. проблема в моих кривых руках. Ну, я Ну по... да, не, но это проблема, это не моих, это ебаные танки, нахуй. Пиздец. Я Йоха не пробиваю голубой. Ну, если мне кто-то допоможет, то это будет добро. У меня КД, но я через 15 секунд подъеду. О, так а, тебе никто не допоможет, блин. Три. Я, конечно, стою тут, но... Добре, я тоді поїхав. Маю на камеру я просто. Я тоді поїхав. Давай на себя пока. А, не, на меня не агрится. Похуй, я не с тобой. Я не знаю. Подлюка. Все ж таки попала. Быстрые ноги, пизды не боятся, я приехал. О! Тут ёх сейчас стоит. Да ну ёп! Не, це борода. На гусли с первой гандой ставит, на два играет. Ну да. Та я бачу, що смайлики повилазили. Це телеграм. Сейчас через респу какая-то Ну, ебобо їх приедет. там три. Шерік шотний і через низ поїде тот самий. Лівада. О, Лівандовський тебе не бачу. Шеріка бачиш? Давай, типа, ну все, прожал, стоит. Да, закончилось сейчас. Зато перемога. Возьму Левандовского. Давай. Кстати, ЧБК Олег, тебе ты ёбнут. бери те танки, которые тебе... У тебя процент на них хороший. На них и поднимай, играй дальше. Не бери вот эти вот танки, типа Леопарда, там, допустим, если он у тебя есть. Бери те, что с большим процентом. Ну, спасибо за то, что ты активный такой глядач. Це дуже приємно. Так, ну два тяжа тут должно быть. Мне интересно, как МЛЕшка Да. будет выглядеть после этого Подожди. с Full HD, да. Есть, да, бабах. 4. Так, а с той стороны нас не бачить? Не бачить. Ага. Ой, добре. Ну, а, там грильще. А, так тут и объект. Так, ну поки ми тут тримаємо. А у меня не летят снаряды. Не летят вообще?
О, не-не-не, ты не забираешь кару. Я знаю, я хотел снаряд, да. Который должен был до этого давать. ТЛП это? Не, я уйду. Ну, гриль, выкатывайся. Не, не выкатился. Все, ты уехал? Да. Так, кару я не бачу. Але, можливо, тут хтось зараз... Ну, я вважаю, що тобі дуже-дуже-дуже цікаво буде. Ну, у меня сейчас даже снаряд не летит, гриля просто. Ты, короче... Yeah. Так, я понял. Не везет. Не везет. Понял, принял. Так, Яга, наверное, мы с тобой... Я вижу курсе. Та ВЗ-ха, она уникальна сама по собі, тому на ней... Ну, на ней играть дуже-дуже-дуже-дуже легко. Вона грається як із 7. Ну от на що він розраховує? Ну ти серйозно? О, додумався наконець-то. Яга, ну. А можна боєукладку йому взорвати? Почти. Жесть, сколько їх ще осталось. Дякую. Шикарно. І не проходит альфа. Яга, Олег, це зараз таке гівно. Накосарила я просто. Ну я могу сесть. А, я понял. Окей, на Ягу, так на Ягу. На питання. Після ребалансу Ягу зовсім понерфили. На дальній відстань вона зовсім не може стріляти. Так, 200-100 метрів. Ну ти зараз подивишся. Добре, дякую. Дімас, ти сам там? Mm-hmm. Ото світанул, я тебе буду з кустов тупо крити. Якщо вони, звісно... А, там уже упорка йде, я понял. Хто мене світить? З тебе мені. Та ну, що, прям так? А ну, ВКшка, викатуйся. Ага. Ой, там ще одна ВКшка. Нормально. Да, 3 БК, да. За гру. Особенно ВК-9001П і 72-му. Ладно, ВКшка там бросила 7201, может поедем ее тут затулим. Нет, она едет. Она. Не-не-не, она тупо назад откатывается. Она пиздует прям к ней, смотри. Они сейчас вдвоем будут.
пускай, 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 пускай. А мы ж ничего не сделаем. Ну, пускай. Давай, друг. Ты КД? Не, у меня три. Держи, заряды. Держи, я держи, держи, держи. Я просто их дергаю. КД. 72 на 1 КД. Да вернула, падла. Не пробил белую. Окей, 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 окей. У меня один снаряд остался. Я просто дальше дергаю, он даже не знает, что шум. А шо этот хочет на меня? Я сейчас помираю. Я его чисто так придержать, то и все. Дал тычку хотя, да? Да, ВКшка дала тычку. Все, нормально, на гуслю его поставил. А, да? Не дает. У него 13 секунд КД. Ну, шо, изгубляю. Да нормально, выиграли, подержали, выиграли. Но пусть и не поставил. Да, более чем ему было. Та ще, блин, 90-01 противный танк. Сам на нем играю, тому я знаю. Концепт. Як він фуловый катается. Жесть. А. Ладно, давай еще один бой. Урона не делать, надо камуфляж поменять. Думаю, это новогодний камуфляж. Все, все в дело в камуфляже. Уверен. Кстати, попробуем на калиброванных снарядах, что получится. Солидный поставлю. Чешуёй буду какой-то. О. Ты как, что змея, да? Кара е. Е кара. Якщо хочеш, можу зіграти на неї. Так. Ну, я контролю тоді точку Б. Ну ні, ну 62, ну тебе углоб там. Тебе там неудобно. А ти зараз подивишся, я зараз буду стріляти от точку Б, якщо там вийде якась телега, то я в неї не попаду, ось, зводжусь, дивись. Якщо мені хтось ще... Концепт там. А, опять вони всі тут. Димас, обкат. Обкатывайте, там гриль сам. Они тут все будут. Не-не, пидер, Дима. Окей, окей, окей. Если СТБ поедет сюда, сейчас я ему припихну. О, еще и промо. На 867. Нормально, хорош. Я свет просто даю и заезжаю. Ну там 62 помирает. Да-да-да. Ой, тут ты сейчас еще. По три дула принимает, прикает. Как ты? Димас, уезжай. Я уже. Ну кто? А, все еще. 900. Ой, гриль сейчас будет, Димас, гриль аккуратно. А где там наши катаются? Ага, короче, меня сейчас будут объезжать. Я сейчас попробую по сотке влупить. Вот у меня, блин. Я уже выстрелил. Окей, не упаривайся. Давай лучше я. Так, я не упарываюсь, по мне просто ебашит, Димон.
Смотри, там еще один кадр, Димас. Да, я пробую, там готовлю. Сюда. А мы вдвоем остались. А то повезло, а то, что по шляпе кинул. Я вижу просто этот бред. Ладно, зараз я возьму тоді кару, буду тобі допомагати. Бо я дивлюсь, що у нас там зовсім шляпа повна. Я пока, наверное, ТВП оставлю в покое. Совсем не идет. Я одну катку даю 3000, потом 5 каток даю 500. Сейчас я дерон еще по аккаунту, отдохнет. Ладно, я сейчас тогда выкуплю кару. Так, сейчас. На карі хоч щось можна зробити. Ну ти ж бачиш, Олег, ми ж стоїмо, даємо, ну, багато урон. А типи зовсім нічого не дають. Ні, ну я нічого не даю, об'єктивно. Я підтримую моральну обстановку. Так, ти на чилі, на расслабоні. Та ну как, Димон, попка подгорает, пока только... Да я понимаю, это такая же история. Как ты, блядь, стреляешь, типа, вообще не в кусты, а на углу стрелять, типа. Ладно. Как говорится, снимать, соберись. Да, ты сейчас на 91-м. Не, кара добра машина, дуже добра. Кстати, любопытно, люди будут продавать 91-го, когда его сделают в этот колесо. Потому что я бы на месте людей, наверное, подумал бы два раза. Как бы, а, нет, 121 кусок говна. А вот К-91, это, по-моему, одна из лучших девяток. Я бы его не продавал бы. Я бы тоже не продавал. Это одна из лучших девяток фармящих еще. Так, ладно, там шотная яга, которая... Димас, я думаю... А, ты на... Стоим, у нас биатлонисты все с этими будут. У людей 121 тоже. И те стоят, ну так. И те стоят, да. Блин, там бабаха, сейчас надо хотя бы по бабахе что-то дать. То он что-то так лезет прям нагло. Можешь, давай. А, он заехал, ага. Ладно, надо тогда... Да ёперный театр, что за тайминг? Смотри, все, понеслась. Повернулся, тип выезжает и проезжает как раз за меня. О, бабаха. Ну просто смотри, они тупо, тупо вдвоем едут. О, пробил. Ну, видеть, ну... Понятно, они тупо вдвоем едут, нахуй, тылят, и тупо их по одному. Чем парываться, когда они стоят? Заведомо невыгодном положении мы стоим в меньшинстве. Я бабаху не пробиваю, что? У меня последний снаряд. А, у нас все, забей. Я буду как понимать. Забей, Димас. Я сейчас кдшусь, но... Это ужас. Убами. Я тупо, я не... Ну, что мне еще делать? Наблюдай. Камеру доставай. О, ну. Все, у меня фулл КД.
Ну, у нас просто не все, у нас все стоят. Они кулаком, типа, ебашат. Ничего не так делаешь. Ты прикинь, ну, ВКшка с этим самым тупо проезжают с бабахой, они по одному тупо вырубают. Что? Что мы должны еще тут сделать? О, видишь, дропнул танк, сразу игра пошла. Не, он сам по себе тяжелый, Димас, очень тяжелый. Ну, он 704-й. А, я да, танк очень тяжелый. Да, согласен, на уровне леопарда. Хочется научиться играть. Пускай отдыхает в ангаре. Таким рандомом. Это помню, когда мы с тобой играли недельку назад. Можно было на ВП, прям нагибал я ездил, у меня было 2000. Типа сейчас с таким рандомом. Не, так ты они все просто стоят, но ты, наверное, ну, ты разворачивайся, уезжаем и все. Так мы хоть какой-то шанс будет. Да, Олег, рандом, рандом жесть просто. Я, наверное, на рандом поеду. Ой, на рандом поеду. На рандом? Да я не перекачусь. У меня респак как раз, чтобы на ТТ ехать. Ну а все они... Ну я тогда, короче, принимаю позу в отпуск, если я иду на ТТ позиции. Не, перезайти Олег не поможет. Ай. Я в засвете. ТТ. Башня прилетела. Охуеть, БК критнули. Но у нас опять все стоят. Да, я уже текаю, тут там ТТ сейчас поеду. Нахер, нахер оно надо такое просто. Я к тебе еду, Димон. Вот тут, наверное, стоим, я не знаю, пускай стреляют. Как кто-то не запушит нас. Сейчас ТТ будут ехать там. Ну-ну-ну-ну-ну уже. Тайп, короче, у нас тут. Да, стоим. Ну, я думаю, наш нам еще. Сейчас тайп будет. Там еще Викерс. Угу. Вот тут, наверное, будет сейчас. А вон он наверху. Ну, сейчас будет выезжать, наверное, с этой стороны. Давай я, наверное, тайпа сейчас тут усю с этой стороны. Я Викерс с той стороны. Тайп наверх лезет, Димас. На гуслях. Я кадешусь. Они все там стоят, смотри. Короче, у меня пока КД барабана, я юзаю форсаж, еду тайпа добивать, наверное. Давай, давай, я сейчас помогу. 7 секунд еще, Дима, не настолько. Тихо, тихо, тихо. Ай. Все, можно ехать и вот. Да ты сотри, падла. Все, пойдет. Я КД. Давай. Смотри, они там все стоят. Ладно, пока что можно тупо постоять. Они даже не рашат. Заняли слева сторону. Давай я с этой стороны сейчас поеду. Я всегда казалось, самый приятный стрим — это когда тип играет на бабахе, и жопа горит. Ты когда, по-моему, помнишь, ты мне говорил, ты стрим Беста смотрел как-то, и там он на фиче, на фаче играл. О, это вообще жесть была. А где они? Где ты? Не знаю, где два танка. Викер где-то тут был, он все уже. Вон они, вот они вдвоем, два красавчика. Блин, ну после 2000 награды, на чем-то рут. Я, наверное, не успею. 4 будет давать. Да. Хоть бы один попасть. А где тот олень? А он ВКшку крутит. Ой. И шо? Ну и шо толк? У меня подлагало что-то. У меня тоже подлагало. Вот сейчас они все стояли как-то. Да, Олежка, у Кары этот дозарядка идет. Ну вот что тут можно настрелять? Ну, разве что только команда играла. Кара в этом плане, она очень уникальная. Классный танчик. От 90-01 многим попадал, смотрю, в рандоме практически через катку. Угу. Леопард. Т-54. Ну, в принципе, если со мной сейчас кто-то поедет. Бабаха. Ну, конь будет. У меня 95.
первый. Так, попробую пересветить сейчас типочка. Ага, ПТ-ха туда поехал, окей. Олежка, кара универсальная тем, что ты никогда не знаешь, сколько у нее снарядов. Все у вас. Отлично. Ёх там. Я понял. Все, я, короче, петляю к вам. Главное в жопу не получить. Все. Они все стоят все равно, да? Хорош, хорош, хорош. Смотри, там с той стороны будет ПТ-ха. Мы можем, кстати, развернуться, поехать обратно. Если хочешь. Тут сейчас будет еще тип. Тут бабаха, блядь, бабаха была, я не могу выговорить ее. Ну, сейчас я попробую. Попробую, он засветил. На гуслях. Ладно, теперь она попала мне на 1000. Ну, у меня с той стороны летит, я ничего не могу сделать. У нас БЗ-ха стоит фуловая. Нет, да, не, зачем? Харио все фуловая стоит. Олег, ты видишь, что происходит вообще? Это просто жопа какая-то. Вот что ты тут тип забыл? Что ты тут забыл? БЗ фуловая. Где ты там стоял? Точку С занимают. Все, теперь сейчас БЗ будет все свои ХП разменивать. Наконец-то. БЗ разменялся с типом в почти фул ХП. Бабаха хитовая стоит. Димка, уезжай оттуда. Нет смысла. Сейчас смотри, бабаха спалит. Смотри, Хари поехала. Я сейчас от Хари ХП отыграю. Она, я думаю, будет сейчас тут. У вас, по-моему, уже даже через центр могут поехать. Все, минус тип. Я даже не в засвете. Так, ну, 40.05 и бабах. Вот, леопард. И там где-то еще ПТ-ха стоит. И хариф ловая, которая не знает, что сделать пока. Чем бы ей заняться? Странно, да? Блин, я себя спалил. Стоп. Димон, вот там вот стоит 40.05. Ага, я понял. Понял, да, где? Да, 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 вижу, еду. Это вот там вот. Я только что 300 прилетело. Где-то еще ВЗ-ха, кстати, стоит. Они, может, скорее всего, вот они стоят. Они вдвоем, да. Они, значит, там первый типа. Но я его чисто подсвечиваю. Меня. Да что ты там ой, меня смотришь, тип? 40.05 чешет. Пока доехал, сдох. Нормально, переиграли. Но это за счет того, что мы чуть подсейвились вот тут вот. Да я еле ноги унес, честно говоря. Ну, повезло, что бабаху один раз и затанчил. Второй раз, наконец-то, 1300 впихнуло. Пойдет. Я понял, что ТВП такой. Я понял. Это мой кент, братым. 42%? Не. Спасибо. Близок. Ладно. Покатали. Надо теперь брать имбу машину. А, это пугасно. Да, ну блин, у меня прикалывает она. Я не знаю, она легенькая такая. Выехал, свелся, дал, жахнул, все. Пара-пара-пам-парарам.
еще раз. Так тяжело найти катку. 9 плюс 10, да? Ну это странно. Смотри, сколько девяток сейчас в поиске, десяток. Угу. И 5 единичек. Димон, тебя прикалывает смотреть на Ники, типовка? А, на Ники? Да, я просто иногда прикалываюсь, считаю Ники. Нейтрон... Нейтрон Пукан. Мне сразу попалось в этот самый. Ноль брейн, ноль брейн. Так, а ну-ка, если отверху мы сыграем. А я тоже. У нас, по-моему, все одинаково, мне кажется. Да. Отбил от Йоха один. Там, нихуя, там мало. 700, нет, они стоят как обычно. Ну, я поехал. Это морда, да, 560. 560, это кто у нас? Весь прикол в том, что на СТ у нас никого нет. Его я сейчас приеду с СТ. Димас, 560, вот там вот тип стоит. Блин, ну я тут сейчас на СТ еду вообще. Просто смотреть тыл хотя бы. Ну посмотрите 907 у нас. Посмотрите Шеридан. Ты же ёбнутый. Блин, ну я не знаю, ну выходить, выезжать туда, блин. У нас все... Левандовский стоит, все стоят. Да? В чем прикол? У них две ТВП-ки, которые все дружно светятся. Все, Левандовский, что? Что ты? По привычке спейс нажал. Димас, смотри, все тут, вот тут все где-то Йох будет сейчас выезжать. Я хотя. А, я понял. Там блайнды накидывал, думаю, может кто-то увижу. Мне кажется, ТВП-хи стоят там. Вот они. А, они пробили. Не пробил ТВП, Димас, фугасом. ТВП не пробито. Если бы это был я, так небо как взорвал. Да. Это да. Ну, давай, шуруй. На ты на 900. Хватит но тебе? Стоят, типа, 907, и что ты, как ты будешь играть? А я вообще, ну а что мне делать? Ну я стою. Вон сверху еще катается красавчик. У них тактика, они ее придерживаются. Сзади ее, а ну сейчас этот убьет его, понятно. Я помню времена, когда рандом был наоборот, что все тупо пушили и сливались. Mm-hmm. Тупо чил просто. А сейчас какой, какая-то киберкотлеты наоборот. Какие-то все. Где хотят урон на стере? О, 400 в лобешник. Прикинь, 400 в лобешник этому прилетело. Так, Димон, это не снимай, убери камеру. Окей. Давай, братик, надо КП разменять. Так. А, у нас этот... Ну как они размениваются? Это жесть. Димас, ну я пока не помогу тебе ничем. Смотри. Тип, знаешь, в чем прикол? Я намного тяжелее тебя. Ты как бы не хотел... Я сейчас уехать не надо. Ну и все, у нас все стоят, да? Стоим. Мне он сейчас так засу... А, все, ТВПшка. Давай, иди сюда. Слышишь, подожди, давай попробуем в размен, Димас. Накатался. А, Фримасяня, я понял. Это на прошлой катке тип. Смотри, у нас сейчас тут будет два приколиста. Не пробил. Я понял. Ты видел, он бортом выехал? Да. Это открутка, Димас. Это тупо открутка.
Смотри, аккуратно, 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 ПТХ тебя. О, а, хорош. А, тут советская броня. Ой, хорош. О, тип. А он что, все? Ты все, друг? Ну, с божьей помощью выдали, это... я не знаю как, я ничего не стрелял. Ну а ты посмотри на наших типов всех. Я не знаю, мы просто перестояли. Я тупо четверых, я не знаю как я забрал. Не, комфортная пушка и фугасы очень. Вот эти вот вторые фугасы, которые не хэши, а обычные, вот, наверное, надо будет их почаще заряжать в типов. Олег, пробуй играть на этом танке. Я тебе говорю, машина топчик. Очень хорошо играется. А, ну подожди. Сейчас за секунду нанят. За комп области. Прямо разнобой по уровням. Ага. Или нам какой-то отборных выбирает постоянно. Начинается этот. Отборных профессионалов. Знаешь, типа нормальных людей в отдельную группу закидывают, а для нас отборных профессионалов, да. Скамейка. Бенч. Сейчас будем играть с типами. Азот. Клан. Найс. Или то Азов. Нет, то Азов. О. Москов мэн. Найс. Такие такие. Тут, блин, имя, фамилия людей часто отмечаю. Илюха. Ну, тайп. Топливный сразу. Да не будет, конечно, он ничего. Смотри, там 54-ка. Ну, они там некоторые типы еще есть. Давай я тогда подъеду вот сюда, вот стану. А, во, смотри. Смотри, правая сторона. Что, чифа контролем? Ну, я чифа смотрю. Я думаю, рано или поздно сейчас тычку захочет получить. Он, смотри, как хочет дать тычку. Хочет, хочет. Тайп сейчас тебя подопрет, Димас. А, у нас там бачат у нас сзади. Смотри, какой. Ну и зачем ты это делаешь, конь? Ну ты был прав. На, я тебе уступаю, типа, играй. Кто-то его хп играет. Не, Димас, это борода полнейшая. Надо откатывать. 75-й вообще не... А, у нас все, у нас слив. Не выезжай, Димас. Вижу. Сейчас мне придется ехать сюда на СТ. Давай, поехали. О-о-о. Все, стоим тут, короче. Давай я чуть ближе, ты чуть дальше. А, у нас оно бачат, у нас с этой стороны. Я танкую. Хорош. Поехали эту тушить. Поехали. Я принял. Сюда едь. А, сейчас будет отсюда, блядь. Придется его подбить. Успел подпалить. Бля, чиф. Ну, чиф чисто на тебя. Надо у того верхнего. Ай, не хватило. Бля, Димас, я не успею, походу. Не, нормально. Тут уже... Верхнего убрал. Попробуй танкануть. Отъезжай назад, отъезжай. Будем разворачиваться бортом. Ой, не вредно. Бля, смотри, цели, тадай же урон, тип. Я ничего не успею. Я же говорю, нам сейчас отборных прям шукаю. Жестких типов. Жестких. Тайп едет, забирает у меня точку, потому что хочет там поставить, я ему уступаю, потом он там отсасывает. Ну и зачем ты туда ехал в итоге? Толкался, боролся. Не, ну.
И что там мы настреляли с тобой? Ну. А кто тайп у нас? Тайп. 48%. Интересно, сколько у меня на тайпе игр? Я так я уже и забыл. Мне надо там 1000 набрать. У меня на тайпе. А, его проводал. 969. Я хотел ровно 1000, блин, продал его теперь. Ничего страшного. СТБ, маус, КПЗ, бабаха. Сейчас будет бабаха сверху, скорее всего. Там, а можем, кстати, накинуть туда. Угу. Я думаю, она сейчас туда припрется. Маус 100% сюда едет. Может быть, 103-й, да, сюда припрется сейчас? Да. Вполне. Ты помнишь примерно, где там может ПТХ стоять? Да. Так вот я где-то с горки. Где-то сюда. Вот он, 103-й, окей. А если от углов? А, вон бабах. А, 215-й там. Окей. Это 215-й Бадимас. Это ты немножко перепутал. Давай попробуем дать. Я с одной, ты с другой стороны. Окей. Нормально, нормально. Те не обращают на нас внимания. Блин, я вот... А у них кто ПТ? ПТ у них фоч только. Вон, на тебя выс... У меня фоч, у меня снаряд. Окей. Получил от этого. А кто третий стреляться, я бы на его месте уже не стрелялся. Надо. Ну я попробую его... Он на меня, не, на тебя смотрит. 153. Он отстрелянный. Хорош, Димас. Боже, как меня задолбала эта тычка. Постоянно тыкает мне. Наши-то видели, но они что-то... Смотри, смотри. Стоит, стоит. Тыкай по нему. Он тыкнул по мне. Неприятненько. Ой, да? О, у нас сзади СТБ. Да, я еду парово. Да ну, ты шо, ну... Ну тупо СТБ меня он утыкает теперь. Не пробил. Пойдет. Ой, Димас, ой, Димас, забей на Мауса, пожалуйста. Разворачивай. А, ты тут хочешь, бля. Так, Черика забрал. Забил на Мауса, понял, они его дальше лупят, это сдохли. Ой, блин, типы. Блядь, Димас, сейчас постараюсь. Так, нормально. Ну сгори, ну! Фигия. Уроды. Ну я уже просто нет слов, честно. Моральные. Я... ну, я не понимаю просто. Зараз подивимся. Они Мауса лупили. Ну, я тоже, конечно. Я там пару выстрелов дал. А, Димас, смотри. 100 хп разница, не гони. No. Это... Надо давать нам, получается, где-то... 8, 4000, может 4... быть даже 4,5, да. Чтобы игры выигрывать. Да, надо, ну, я не знаю просто, как еще можно. Просто они как-то фуловые все остаются, мы настрелим в один. Типа, факт остается фактом, от нас мало что зависит. Типа, мы даем урон, все. И мы не прям, что видно, знаешь, стоим как-то там, ПТшимся. Мы именно, мы именно играем активно. Я тебе предлагаю поехать на СТ. У меня просто углов там нет. А. Я там буду. Тут два ИСа. Тебе нравится, кстати, вот эта вот ведьма на ИСа? Камуфляж легендарный? Нет. Мне нравится его... Мне нравится его чисто вот этот...
дефолтный камуфляж. Неплохо. Как на Сатена. Ну, на Сатена еще вот этот вот Йотен в мане. Йотен, да, да. Все, Димас, тут все, наверное, и стоим. А, да, я хочу поломать заглаз. Да, Олежка, привет еще раз. Че? Отходил куда-то. Ну, смотри, я сейчас. Смотри, я сейчас тупо контролю всю точку. У меня жов не хватает. Не такой блатной. О, все, из 7. Димас, вас. Шоп. Будем. Не-не, я тушить. Дома тут хоть храпнем. Ага, 40.05 там, окей. Я сейчас попробую по 40.05 дать. Без подбоя, Димас. Без подбоя. Заберу. Нет, Димас, нет. Я не еду никуда, Димас. Я тупо все стою тут сейчас. Он даже на меня не смотрел, он просто уехал. А, они на центр едут, Димас, они на центр едут. Забей, можно его пушить. Да, ну да, я же говорю, они на центр едут, можно тупо все ИСа, он отстреленный. Окей. Сейчас попробую его раздамажить. Не пробил. Ай, блин, я не туремку показал. А у тебя рука белая, реально? Да. Прикинь, я вообще... Все. Закатывай за меня. А, не можешь, я понял. Блин. Я без рема, блин. Ну ладно, мы тут все дело сделали, не по танкам. Конечно, твоя плюха на косаре, ты шо. Да, ну блин. Надо сейчас шотных смотреть. ТВП-ха внизу шотная. Снизу шотная, да. Да, 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 да. Сейчас, кстати, 50-ка должна светить. А, смотри, я сейчас буду с этой стороны держать, там сейчас ТВП как раз. Не упарывайся, Димастер. О, нормально, все, нормально. Из. БК нахуй. Ёперный театр. Ну, 1300. Да, ну тут тоже ничего. Кстати, Мэби Мастер, да? Не факт. Здесь я сейчас по сотке еще дам. Давай, я даже не буду трогать. Давай, ты не подыграй. Подпал. Давай. Он на меня пишет, я его затанчил. Хорош. Я поехал на Мауса, я буду постараюсь урон давать. Если мне дадут, конечно. За тебя, сырами. Нормально, я ж... Ничего. У кого выходной, Олежка? У Сашки? Тебе Сашка звонил? Или что? Не, двоечка. Что там они как-то подняли, мне кажется. Слишком. Шо-шо-шо. Шо подняли? Подняли планку слишком. Да не, ну 1300 на 1300, ты ж понимаешь, что. Танка долгая, когда 16 секунд. Они все берут на первом орудии. А, ну тогда это не интересно. Да типа, нет. Это же прикол танка. Конечно. Ну не гони, ну кто еще ИСа пробивает? Ну разве что только 215Б пробивает его. Тоже он серый на фугасах. Угу. Шо, давай по нашей тактике работаем тогда. Тебе вот удобно? Если бы они сделали, да. Вот. Если бы знаешь, что они сделали, это, например, первая пушка, но у тебя 10 углов. Вот то было бы интересно, да. 10? Да ты да, чё? Но сколько, ну как, какую-то взять такую, ну 9, допустим. А с фугасной тогда 6 углы. Не, ну 6... Тогда был бы интересный и тот, ну ты понял, да, как у Йоха? Да, и да, да. Пробанный бензинковый, второй быстро кдэшится. Так, ну я как... Тут кто-то есть уже, это СТ. Дал туда тычку. Нет, там никого нет, я поднял. Димас, у нас с правой стороны шерик. А кто на... А, кто? Ой, там 50. Блин, ну тип, ну только, блин, на тебя нацелился. Заехал с первой пушкой. Окей. Куда Ой, куда я... на первой пушке? Вот когда на первой пушке. 10 секунд. А, вообще заебись, как у тайпа. Угу.
О, минус тип. Сзади сейчас будет викер скататься. Ну, сейчас попробуем. Ты нормально там у тебя все? Ой, хорошо, 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 хорошо. Викерс, выйдешь еще раз? Минус Викерс. Все, тут остались ИСы. 215Б. Я думаю, надо поехать. А, надо давать урон. Ой, там бабаха дала тычку. Ой, не, не бабаха. Сейчас Е5, подожди, тебе помешает? Подожди, он примет урон весь. Да, я попробую. Не добил, окей. Принял. Добиваете его уже. А, у всё 215 стоит. Ой, красавчик какой. Так, а ну, не двигайся, друг. Пойдет. На турбачах не успеешь, не успеваю накидывать. Олежка, ну что ты, примерно понимаешь, как на этом танке катать уже? На БЗшке. Или все равно еще непонятно? Танк, я тебе говорю, безумно легкий. Очень легкий. Та же самая бабаха, только... А бабаха безумно легкая, я ебу, блядь. Бабаха, ну, блин, смотря как на ней играть еще. Это классический тиммейт в твоей команде, где бабаха на базе стоит, а в конце игры такая... Да-да-да-да-да. Ну да, зато бабаха море пана. Бабаха это просто хихихаха. Ну, кстати, из таких танков, да, серьезно, крушить его, допустим, тоже хихиха, но, бля, там и броня, и так ебэ, так ебэ. Да, он относительно такой. А, ну да. Так, из станешь, нет? А, из прокатывается, окей. Что сейчас, да. Внимание. М60, объект, Яга. Фугасы не заходят, Олег, ты просто, ты ж на каких, ты на хэшах катаешься или ты на обычных? Не, Димон, не мая, я туда выстреляю. Окей, поехали обратно туда. Ну ты видел только что, вот я сейчас играл, ИСу даже по затылку долбил, и все нормально. Жопа белая, прикинь. Ну и у ИСа тупо все серое сзади. Усю, усю, Димас, усю. Блядь, рикошет дает. Рикошет тоже. Я танканул, все. Ну, слава богу, что так, потому что, ну, это прям подкрутка была, типа, советская. Хэш, я не знаю, Олежка. Ну, блин, ну это то же самое, выбирай, как на бабахе. Так, а ну, друг, мне надо тебе запихунить. Окей. Да опять я его не пробиваю, ты посмотри какой. А я не пробил хари. Ладно, ну, походу, крыс там сейчас стоят. А у нас одни разбираются с СОМ, а он на ФК, окей. Бабаха на отстреле. Яга на отстреле? Да. Не, не пробил ее, блин, мне объект сюда. Сейчас кран будет прыгать сюда. Или объект. Или объекта сразу берем, или. Не, кран прыгает. Кран. Не, не прыгает, стоит. Дал. А, у меня еще будет кран, да, приходит. По мне, по мне, по мне пока дают. Откатывай, 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 Димас, откатывай, откатывай. Башня сломанная у него, я ему башню сломал. Не-не-не-не. Я его не пушу, я не буду крашить, я что, понимаешь? Я контролю угол, смотрю, что... Вот так. А где кран сверху умер? Да. Окей. Тип просрал. Советская броня, здравствуйте. Так, ну типы там должны сыграть. М60-го ты убиваешь. О, БК. И там, о, фу, ты шо, вытянули еле-еле.
Да, это было на волосинке просто. А, типы там набили себе, слышишь, урона. Блин, я вообще не успел настрелять. Откуда у вас такой урон? Ну, у меня... Понятно откуда. У меня вроде бы КД быстрая, я тоже должен был настреливать. У меня три снаряда не дошло. Так я два раза тупо стреляю, типа, вроде бы в этот самый. В маску, ну не в маску, а в бок, ему в маску летит. Непонятно. Это этот вот советский объект. Смотри, Олег, на вот этой карте можно как раз вот перекатку между точкой Б и точкой С, можно перекатку как раз произвести, высветить. Как раз ты можешь с этим самым, с этим танком, он светит довольно-таки неплохо. И можешь еще первую тычку дать, если ты вот с именно, и, именно с таким респом. А, да они все стоят, ну, блин. Не-не, ты хэвик посмотри, типа, выстрел, где снаряд и пизды. А, нормально. Вот, раз. Ну, я в засвете. Ну, второй хэвик. Хэвику сегодня масса аккуратно. Я пытаюсь там еще уже. Их много на ТТ, Дима. Сейчас будут давить нас. Там два чифа. Ну, у нас там... А, у нас СТ нету. У нас тупо либо кто-то... Я еду на... Так, хэвик. Ага. Яга танчит нормально. Ой, у нас сейчас тут такая жопа будет. Ага. Они сейчас будут уже мне... Они меня уже светят и едут вкатывать. А, там, ну все, это, короче, ГГшечка. Да можем, можем, конечно. Ай, ну у меня 907 накидывает. 907, 5 секунд, 5 секунд, КД. Давай я попробую на 907 поехать. Я пока двух СТ-шек держу. Убил 907 тебе. Я просто двух СТ-шек держу. Окей. А, это вообще будет ТВП с барабаном. Меня сзади там... тыкают. Блин. Да, там и втроем, меня тоже сзади тыкают. Попробуешь? Да. Проезжай. Горит. О, убили, нормально. Давай я. Лучше. Все, Димас. Блядь. Попал же у Чиба, у меня же, блин. Ну, 3-2, хз, Димон. Ну, я попробую, там, конечно. Если я убиваю сейчас, ну там тысяча. Не, она не убивает. Она не убивает его. Угу, она не попадает. А, он ее закрутил. Хорош. 30 хп. Ну, чиф, давай попробуем. Да, у меня на КД стоит Олежка. Так, сейчас попробую тебе типок. Все, я выдал все. Ну не знаю, Дима, мы тут максимально опять. Да не, и... ну понятное дело, а что ты сделаешь, если у нас СТ про этот самый. Я сейчас тебе покажу все свои настройки на БЗ. Хочешь, можешь выставлять такие же. Вот у меня такие вот настройки. Хочешь, можешь даже скрин делать. Попробуем дать по тычке. Так, главное, у меня хэшем в чифа залетело 975.
Максималка, ну блин. Много они, конечно, накидали нашим. Много, очень много. Наши просто вообще ничего не могут, не могли сделать. Сверху. А что там у нас? А, ну фоч окей, стоит. Две ПТ-хи. Швидкість польоту чого не ставлю, тому що воно і так дуже добре летить. Навіть дуже добре. Мені важливо, щоб був час зведення. А, там все, он отъезжает. В Зеха? Угу. Да, походу. Но, по-моему, там на ТТ кто-то был. Кастилия, я вижу сверху. Я не вижу. Что, он падать будет? Маус сверху. Не пробил? А, прикинь, у меня снаряд сквозь него прошел. Короче, кто не искутит, не пьет шампанского. Но он отстрелянный, Димас. Там да, 10, да. 10 секунд КД у него. Анчо, сверху, СТХ. Окей, окей. А, уже не танчишь, я понял. 40.05. Кто там мне еще там? Кто-то еще стоит. А, я четвертый. А, 100 ЛТ, я понял. Что, поехали? Я принял. По мне будет давать? Тебя не убивает. Бля, меня друг, меня барабан. Хорош, Димас, хорош, закатывайся, закатывайся. Ну у нас, а у нас усё, смотри, тип. Мне не хватает углов. Нахер. Ой, отлично, отлично. Отлично. О, сзади, 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 Димас, сзади, блять, попробую затанчить, но не факт. Да не, мы не затанчим. Танканул. Ой, хорош. Ой, вот это, конечно, вылетело. У меня, кстати, максималка вылетела. Так, там 40.05, помнишь, да? Да, 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 да. А, не, нема, подожди. Остался вон, и на их два осталось. Все нормально. Олежка, поставь все на сведение и на этот самый. И на КД. И все будет огонь. Я тебе говорю, не надо ставить. Это лишнее. Что они там заберут его, чи не? Все хитовые, кроме Мауса. Да, да, ну максималка вылетела, слава богу. Ну вот видишь, как хэши хорошо залетают. Пойдет, пойдет, пойдет. Что у меня там? Нормально, 2500 среднего на танке. Пойдет. Ну чё, кстати, фарт? Фарт это то, что в прошлой катке вот у меня я целился на дальних дистанциях более-менее залетело. Тоже 975 максималка. А сейчас он просто жопой приехал-то и все стал. Так, два тяжика, где они будут? А, два чифа, еще и во взводе. Давай, давай, гарного відпочинку тобі. Дякую, що заходив. Давай, Димас, я сейчас сразу попробую первую тычку дать. Они у них у них НЛДхи. О, смотри. Ага. А, подожди, Левандовский еще. Давай, давай. Давай, друг, давай. Ага.
Думает, думает, что делать. Что делать, да? Там оно на центре, смотри, с центра еще будут чесать. Давай откатим. А, вот, еще один. Один сверху, один снизу. Окей. Ну какое они выгодно будем получать? Башню поломал ему. Классно. Починить, да? Да? Дякую, дякую. Так, ага. Сзади, 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 тип. И спереди. Ладно. Они нас запушили. Я не пробиваю ВЗР. А, алло, алло, Димас. Все, хана мне. Хана мне, этот дурачок просто смотрит на этого самого. Мне два чифа. Я ВЗР держу, чтобы она по тебе не накидывала. Так, мне по мне два чифа накидывают. А если ВЗР еще бы накидывала? Ладно, я короче, все. Они тупо его ратом разбирают по барабану. Сейчас я попробую. Он на тебя отвернулся? Нет, он на тебя отвернулся. Он будет разворачиваться. У меня вывалился снаряд, отлично. Вот если я сейчас затанчу, он его максимал. Пойдет, пойдет. Это был трубач. Спасибо. Чиф-чиф. Ну не надо. Зачем? Ну зачем? Зачем? ВЗ-ха заехала, они увидели, что ВЗ-ха заехала, и поехали пушить нас. Пока Левандовский сопли жевал, он там не знал, что ему делать. Дякую, друже, за плюс 1к подписники в тобі. Дякую. Ну, завтра... На добраніч. Завтра, якщо що, заходь в такий же самий час. Не, ну чифики молодцы. Прохавали фишку и все, и погнали тулить типов. Кстати, вот этого попробую взять тоже. Олежка говорит, что у меня приятный голос, даже говорит, когда горит. Говорит, такой говорит, спокойный. А если у тебя будет микрофон, ты еще, короче, можешь смс записывать. Да, да, да. Ну, блин, мне до микрофона. Мне, в принципе, и так, я думаю, ну, неплохо. Не, нормально, нормально тут пойдет. За 5 гривен, знаешь, за ПБ. Да, ну да. Слышишь, давай попробуем на внешке сыграть. Давай. Там, главное, так тебе... О, чиф. Давай, чиф, выкатывайся. Ранка. Есть. А я попал? Все, нормально, нормально. Я крана один танканул. Я сейчас тупо за тобой буду стоять. Давай. Кто-нибудь ко мне в жизни не пробил. Да, старайся, старайся, удачи. Вот броня какая-то. Он уже, по-моему, 3 отстрелял, не? Они уехали, Димас, поехали пушить его. А, чифу кинул. Ага. Танканул. Ой, как хорошо. А, Эмиль второй. Я на КД, Димас. Да, КД все. Давай, давай, давай. Я хорошо. Еще КД, 9 секунд. Давай, давай, я пока потерплю. Давай размениваться, теперь я поеду. У него ремак нет, дай ему густин будет стоять. Ой, 215-й, ой, 183-й, Димас, прокатывайся, это твоя туша. Хорош. Так, Вадь, ну а теперь, короче, нам за прошедшую. Да, 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 за боль и пот. Да. Ну, блин, в принципе, два шотных для меня. Давай, не буду забирать. Доберет его, доберет, доберет, доберет. Ну, нормально, нормально. Каким фигом я там того крана танканул?
Хорош, хорош. А, так у них 3-0, смотри, бачат. Ну, а вот это бачат вначале засветился гуслями. Да, вот этот, я успел по нему по гуслям дать, и ты ему сразу продолжил. То вовремя. Я сегодня днем, кстати, тоже заходил, стрим начинал, то на ВК-9001 мастера почти взял, там 1430 у меня был, по-моему. Да я так чисто в рандоме, ой, не в рандоме, а в этом. Правый носок Данила. Это я к тому, что там типа никнейм такой. Нормально. Турбошмель. Это отдельное искусство, это никнейм в танках людей. Не, отдельное искусство — это когда в КС-ке пишут никнеймы. Вот, да. Это просто ты изучаешь лингвистику. Это новый там язык, вот этот вот латынь. Кирпичный. Что, попробовать? Личка тайп, ты ж тут стоял и без поля. О, все, у меня два типа. Еду. Ай, блин, тут там. Ну понятно, понятно, все, у меня жопа. Я. Все. Я глупо сделал. Да не, нормально, все. Кто знал, что мне так круто сильно играть. Ну, теперь мне надо вот тут стоять просто и ждать. What the fuck? Снаряд выше полетел. Попробуй продамажить его фугасом. Ага. Ну, все равно больше залетает. Ну, да. Не, Димас, тебе надо уезжать срочно. А, у нас еще один АФК. А даже помощь. Как там поликалка, блядь? А, перебирал клавиатуру. Прикинь, тайпа перестрелял. Прикинь. Фуловый тайп, фулового тайпа перестрелял. Ну смотри, 62 вместо того, чтобы грилем заниматься, она, блядь. А, ладно. Я не вижу. Пиксель видел чуть-чуть. Вот, кран. Право, Димас. Я не попадаю не туда, хотел убить сейчас, спасти тайп. Спасение дело неблагоприятное. Нахуй. Понял. Я бы как это. Ну вот, кара у нас вообще отдельный типочек. Нахуй. Мы еще что-то можем, кстати. На СТ-фланге вы уже ничего не можете. Я, наверное, тогда сейчас уже... Ой, хорошо. Я уже заебался, у меня же ремонт нет. А, мы вдвоем остались. Теперь на ДК. Ну, ты старался. Эх. Короче, я понял, надо походу БЗ-ху брать дальше. С этим рандомом, да, тяжело барабан реализовывать. Либо быстрый. Ага, либо очень медленный, и ты такой стоишь просто, а потом в моменте тебя на КД ловят. Ну, да. Это у меня на ТЛП сегодня боль такая была. Пойдет. Кто знал, что там будут все они, скажи мне, никто. Так я просто выехал, я понимаю, что там они могут быть на точке цены, чтоб так тут прям, и они так долго это все делают, прям, я не знаю. А, такое ощущение, как будто бы у них начинается игра на секунд 30 позже, чем у нас, знаешь? С задержкой. И тайминги, как будто бы, да, с задержкой, все. Меня это тоже бесит. Кингу
Опять этот турбошмель с нами. Это везение. А, 362, да? Да, да, да. Так, а так ты как у меня сыграешь? Ага, я понял. Я тут сейчас постою и к тебе подъеду. Я тогда сбоку. Я, наверное, еду, да, давай. Тут в центре я тут. Блин, жалко не. О, три топора. Три топора, да, он меня смотрит, меня не засветил. Не, он меня не смотрит, он меня не засветил, он просто стоит. Яга отстреленная. Просто бежит. Чего? В смысле, я ж попал же. А, все, 75-ка. А чё так мало? А, наверное, быстрая КД у него. Быстрая КД и первая пушка, да? Да, у него первая пушка. Бля, я не попал по нему, но сейчас играю агрессивнее. О, три топора отстрелялся. Агрессивнее Димас, может, не надо? А, он отстрелян. Да? О, минус бабаха, окей. Надо агрессивнее тут играть. Окей. СТ просто никого нету. Мы сейчас либо тут начинаем что-то, либо нам. Я тупо на себя все принял. Меня накидывают отовсюду. У нас сзади стоят типы. Смотри. Димас, Димас, у нас все. У нас типы тупо стоят. Мне накидывают с СТ. Да, да, я уже понял, забей. Я хотел покушать. Стоим, ночка ты стоят. Ничего не меняется. Да, где они стоят? Они стоят с этого, накидывают просто, да и все. Это двойка, соло приехала, там просто как-то очень сильно салатка справа. Ну по мне накид бабаха, я 1000 дай, да? Смотри, у нас просто два дебила стоят там. Ну я их, ну я просто не знаю, как их еще назвать. У меня просто шлепает по пятерке дебила. Ну я стараюсь отъехать, сейчас попробую. Передвинуться. А, да, 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 да. Блин, он к тебе поехал. Все, Димас, это ГГшка. Смотри, два фуловых просто. Просто два фуловых. А, они АФК. Нет, они смотрят в одну и ту же точку. Не, друг, все, ты уже не выйдешь никуда. Извините. Давай по нему. Косорылы. Не-не-не, я уже принципиально просто, мне похер. Там пускай этого дурачка раздалбывают. Юрий Темченко. Какие просто. Где этот Юрий? 46%. Слушай, можно в натуре бабаху взять. Возьми. Еще пару каток, раз я пойду в этот... В ангар? Да, в ангар, точно. Сегодня такое. 50 на 50, конечно, суммарно. Ну, не слили ничего. Как было 24, так и осталось. Ну, блин, походу, пока Биг Босс, люди сидят. Да, может заработать, да, я не, да, знаю. Типа нормальные люди, а тут играют такие интересные. Опять вещи. Этот Юрий Тимченко, ёперный, он блин. Да. Вот я тебе говорю, вот как будто балансировщик нам закидывает особенных ребят. Знаешь, типа в Америке говорят особенных, у которых ЦП какие-то. Ну, какие-то, да, максимально особенные. Это особенные, да. У нас все такое не. Ладно, о, меня засветил. Так, блин. И знал. Ага. Я не вижу. На тебе фугас. Окей, окей. Я просто знал, что меня сейчас будут так встречать, если буду через это ехать. Я, если... Я никого, Димас, не вижу, сорян. Повидала им дурочкам. Что, они довольны теперь? Чего? В смысле, так там же тип был. Как он, блядь, быстро так исчез?
А, все, они теперь решили давить, да? Ты в засвете. Угу. О, бабаха стоит. Сейчас попробую. Ладно, я чуть-чуть не, 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 Димас, это открутка. Димас, нет, 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 Минотавр, нет. Сейчас тебе жопа будет. Заедь, пожалуйста. Да я заеду. Я бабаху просто вижу. Все. Рикошет. Прикинь. По клубу бабахи? Стоит. Да. Ему полетел именно там, где вот этот у брони такой уголок есть. В командирке. Как? Так. Я не знаю. Ну. Минотавр, понятно, не только Минотавр, с ним так будет играть сверху. Я просто, я в шоке. Честно, я в шоке с этого всего. Баджер едет туда, куда-то. У нас эти кадры стоят. Все, у нас ТТ, фланг, хана. Да, там БЗХ осталось. Да и СТ, фланг, хана. Да, у нас просто везде. Можно БК критованное у него. У 113-го. А Юра, Юра у нас вообще отдельный кадр, да? Ну, сзади у тебя. Да, я вижу пару. Ой, Димка, Димка, перекроешь, перекрываешь. А я пытаюсь тебя его развернуть, Димон. Хорошо. Ты так просто перекрываешь. Ну все, меня, короче, сейчас убивает этот дурачок. Я сейчас откатываю. А, нет, тебя СТХ пошла кушать. Да. Не, ну тут понятно. И опять у нас кто остался? Юрий Тимченко. Это прошедший, да? Да, только он там. Видел? 270. Ага. Не, ну это еще. Дай. Я не понимаю просто, что они там делают. Что? Зачем? Зачем? Я хочу посмотреть, сколько он настрелял. Я 1900 с моим КД, окей. Юрий Тимченко, 2000. 4 раза выстрелил. Хэвик 300 дал. Ну, что так, тут? Так, ну, блин, теперь вообще не стреляют просто. Я не знаю, может возьму сейчас СТБ, попробую там что-то сделать. Попробуй. Трава не отрава. Угу. Поставил мне дизлайк. Недоволен он. Недоволен чем-то человек. Радиатор Спрингс. Я же тут, это прямо если так посмотреть, это шапито. Да. Кстати, у СТБ, по-моему, сделали меньше КД. Куда все едут? Окей. Какой рашит ты шо? Что там держится нормально? Типы тут катаются тудым-сюдым. Знаешь, удивительно, что тут походу 7 на 7. Но я 6 танков просто тут уже вижу направление. Типа прикинь, все приехали сюда. Это ужас. Ну, я с этой стороны пока что типов держу. Критованная Б-укладка у типа, у Левандовского. Хорош, Димас. А что ты пиликаешь, соцсос, с хипятым? Мы же ну, все с тобой тут стоим. Он хочет, я просто... Ай. Я получил от Левандовского, Димас.
Они там зажались, типа. Ладно, я попробую прокатываться. Издевается? Бля, он сразу. Че он перекрыл? По мне начнем делать. Все, по мне, да. Левада чисто меня контролит. Можно мне забрать, пожалуйста? Спасибо. Ой, хорошо, 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 хорошо. А, их двое осталось? А, и Ёшка там еще. Ёха, по-моему, на два снаряда, Дима, смотри аккуратно. На три. Путь меня. Все, он отстрелянный. Ребята, больше всех великов. А кто там у них еще? ФВшка. Ой, я сейчас, походу, ошибку сделаю. Ой, как хорошо. Не-не-не, ребята, ребята, не-не-не. Ой, как хорошо. Пошел нафиг. Ну, где-то 4,5 я, по-моему, накидал. Да. Есть такое. За прошедшее. Да ну не гони, ты шо, я сейчас вообще офигел просто. Хотя они такие вот какие-то странные. Стояли. Один выехал, получил. Второй выехал, получил. Удивительно, что разъезд был очень интересный. Да, я типа, я попиликал, и они такие, типа, все, да, да, окей, босс. Приехали. Да. Ладно, Димас последнюю, наверное, сыграю. Да, давай, давай. Так, ну я первый по респу попробую сейчас засветить. Если мне, конечно, кто-то поможет. Я тупо занимаю. Я тупо захватываю. Ладно, стану с тобой тогда. Ну, братцы, о, у нас там тыл уже рвут. О, хорош, Димас. Все, дальше не, дальше, дальше не надо. Так я хочу просто так, чтобы броня была. Ай, блин, бабаху не добил. Нормально. У них сейчас еще чуть-чуть осталось. Сейчас будут пушить. Ага, у все сися. Я не вижу, к слову, потому что я тут стою от... Главное, чтобы не сбил тебе. Я стою в отбах. Блин, падла, сбила мне фугасом. Играй давай, мне говорит, съесть с базы. Я снарём могу идти, мне плевать. Окей, давай с тобой. Стоишь, Димас? Я сейчас этому помогу кадру. Все, бабаха на отстреле. Я не пробил ее, прикинь. Я понял, понял. Ну это прикол. Сюда едь, придурочную. КПЗ поехала, пихай. Все, этот на отстреле. Отлично. Три танка осталось. КПЗ будет вот тут. Угу. Вон он, блядь.
Ну я пока и я пока держу. У меня, я типа стоять на точке, меня еще чуть-чуть. Ну пока стою, есть возможность стой. Они видишь Иса? О, сбили. Так, КПЗшка к тебе чешет. Давай я с внешки, Димас, я с внешки его придержу. У меня-то углы есть. Друг, где ты? На меня смотрит? Да не, друг, ну ты ж не выиграешь тут. Не, не. Не пробил, блядь. Хорош, Димас. Закатывай, 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 закатывай. Нормально. Я четвертый отстрелянный, да? Да, он по мне давал. Не-не-не. Не-не-не. Эш башня. Он не выйдет. Не, конечно, не выйдет. Вот, на гуслях? На гуслях. А, он походу без ремок. Да, он без ремок. Хороший момент. Ну оставь, оставь. Ну давай, я приму. Даже не успел, я понял. 4000. Хорош, я где-то 300. По раз стреляю. Опять двойка. Да что ты будешь делать? Опять 1200. 900. Ну все равно, ты их отвлекал на себя. А кто у нас такой? Ачивку дали. А? Ачивку дали захватчика. А, ну хорош. Ладненько, Димас, спасибо за игру. Да, взаимно. Okay. Сегодня плюс-минус такое. 50 на 50. Ну, наверное, пока Биг Босс будет такая ерунда. Да, 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 да. Ну, получше, конечно. Подняли чуть-чуть, конечно.